Антоніна Бичкова, бізнес-леді, помічниця капітана жіночого екіпажу яхти «Антей», призерка чемпіонату України з вітрильного спорту серед крейсерських яхт. Вітаю вас. Здравствуйте. Давайте почнемо з того, як ви вирішили доторкнутися до цього заняття, стати моряком, і, власне, пройшли оце заняття. От чому саме так і як це сталося? Ну, моряком – це громко сказано. Морячкою, так, у нас навіть так. Я прийшла в парусний спорт. Так, саме так. Вот. Мене привели друзі, тому що сказали, що я і так спортом різним займалася. Чим займалися до цього? Ой, я дуже багатьом займалася. У мене папа і мама – вчителі фізкультури. Ну все, поэтому, це поэтому вирок маєш. Баскетбол, легка атлетика, настольний теніс, стрільба із пістолета і метання коп'я, тому що папа у мене коп'єметатель. Нічого собі. І з цього все в цілому допомагає. Помагає і в такому доволі складному занятті это на кораблі. Це фізична підготовка. А складність заняття більше в тому, що це треба специфіку знати яхти, її оснащення, її вооруження, як їм управляти, щоб яхта ходила швидко і ми побіждали. І як дізнавалися, чи складно це було, як проходив процес оцей навчання? Ну, процес обучения проходит в классах. Угу. Получаем удостоверение рулевого. У меня есть такое удостоверение рулевого третьего класса. Но изучаем местную лоцию, изучаем вооружение яхты, изучаем обязательно безопасность. Ну да. И процесс, собственно, обучение, он происходит от того, сколько ты ходишь на яхте. Нахоженность – это самое важное. Это надо постоянно ходить на яхте, и тогда управлять яхтой легче. Понимание приходит ветров, направлений, парусов, оснастки и так далее. Тобто теория теорією, але практика – це те, що вирішує. Это так же, как водить машину. Можно научиться водить машину в классах, вот, но практика приходит только с постоянным управлением транспортного средства. Що найскладніше, можливо, було у навчанні чи у перших? От, давайте так, ваш перший вихід на воду. Що було найбільш інтригуючим, найбільш таким емоційним в цьому процесі? Вітер і скорость. Вот это самое больше, что приносит максимум эмоций. Эмоций, драйва. Это экстремальный вид спорта. Скажіть, будь ласка, от навіть Тетяна, моя співведуча, згадувала цю фразу, яку, я думаю, вам вже така оскома є від цієї фрази. Жінка на кораблі, це до біди і так далі. Чи зіштовхувалися ви з якимись такими гендерними моментами? Чи все нормально? І... Ну, гендерні моменти сказуються. У нас же моряки всі джентльмени. Ага, так, все. Да, поэтому, если женщина приходит на яхте, то ей с парусами не дадут работать. Максимум на камбузе бутерброды подавать. Ага, такая позитивна, начебто, але дискриминация все-таки трошки, да? Да. А если хочешь сам поуправлять яхтой, это надо идти в женский экипаж. Там все на равных, там все работают с парусами, со шкотами, со всем. Поэтому, ну и бутерброды нарезают тоже. Ну, куди ж без них, так? Скажіть, от мені завжди цікава тема спілкування в таких умовах, в яких ви перебуваєте от на яхті, на кораблі в цілому. Треба швидко передавати інформацію, є купа якихось термінів специфічних, є таких навіть місцевих, ну не діалектів, а соціальних діалектів. У вас є якісь слова, які зрозуміли лише вам. Чи є такі от терміни, якими ви користуєте саме всередині екіпажу, які зрозумілі лише морякам та морячкам? Ну, терминов много, я далеко не все знаю на самом деле. Да. Ну, але якими користуєтесь, так? Ну, подобрать паруса. Ага. Це означає підняти їх, так? Ну, тобто, Нет, не совсем. Розкажіть, бачите, навіть неочевидне значення. Потравить, подобрать, это значит натянуть парус, ага, чтобы он был площе стоял. А потравить, это значит его немножко отпустить, чтобы он более полого. Все, я буду орієнтуватися, тепер буду знати, якщо мені кричать, я буду знати, що робити. Розкажіть детальніше про ті змагання, в яких ви брали участь, як вони відбуваються, які у вас успіхи в цьому були?
Ну, соревнований достаточно много. Есть календарь соревнований, который утверждает Федерация парусного спорта. Этих соревнований, эти соревнования в основном проходят в летний, весенний, осенний сезон, пока тепло, потому что в льду ходить неохота. Ну, трошки складно было бы так. И в соревнованиях принимаем участие практически во всех. Я, например, задалась целью ходить во все соревнования, которые возможно. Если бывали даже случаи, когда не получалось выходить на нашей яхте, я выходила с каким-нибудь мужским экипажем, ну, стараюсь выходить каждый раз, потому что нахоженность нужна. И вот тут як тут чоловіки реагували? Ну, когда уже есть опыт работы на яхте, ты понимаешь, что в чужой экипаж, вот если приходишь, то желательно не мешать, потому что у них уже сложенная работа, команда, схема. Опять-таки, оснастка яхты часто отличается между собой. Яхты разного класса бывают. И в соревнованиях участвуют обычно яхты нескольких классов. И разделяются они на группы. Вот. Обычно 5-6-7 групп яхт выходит на воду. Одна из самых интересных гонок, которая проходит ежегодно, это экологическая регата. Она в этом году будет стартовать 28 числа. Я всех приглашаю на старт, это будет очень друзья, интересно. Друзья, запрошуємо. Да. Тем более, что обещают хороший ветер. Вот. Это будет интересно. Де можна спостерігати, де збираємося? Городской яхт-клуб. Яхт-клуб у нас. Да. Традиційно запрошуємо вас до яхт-клубу на такі цікаві змагання. І це самые яркие гонки. Вот, хотя много других интересных гонок имени адмирала Макарова, которая проводит НКИ, имени Альшанцев, которая гонка проходила, вот недавно она закончилась. Мы в ней, кстати, заняли первое место. Наші в нашей группе яхт, да. Вот. И очень интересная гонка, которую я вспоминаю и забыть не могу. Она была настолько разнообразная и интересная как для спортсмена, потому что были и штилевые гонки, и чуть ли не штормовые. Так, вот. Давайте, штилеві – це коли немає вітру, это так? Когда нет ветра, да. Відповідно, шторм – це коли занадто багато вітру. Занадто багато, да. Так, так, продовжуйте. Проводился в рамках экологической регаты чемпионат Украины. Вот. И в этом чемпионате Украины мы заняли третье призовое место. И я очень горжусь женским экипажем, потому что все молодцы. Отдельно спасибо нашему капитану Наталье Кубицкой, которая, собственно, является... Ну, центровой нашего женского экипажа. Она собирает вокруг себя спортсменок, девочек, которые любят, им нравится парусный спорт. И в этой гонке мы, в отличие от многих мужских экипажей, мы вышли на все старты. И именно поэтому мы завоевали призовое место, потому что другие яхты могли бы тоже победить. Они ходили в некоторых этапах, занимали и первые места и так далее. Но они не вышли во все старты. И поэтому стабильность – признак женского экипажа. И именно потому что мы стабильны, мы выходим практически во все гонки. Именно поэтому по рейтингу яхт за год мы занимаем тоже призовые места. И, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь, да, мы заняли тоже первое место в рейтинге за прошлый год. Розкажіть, в чому секрет стабільності? Ну, ми зрозуміли, капітан. От, що ще? Что еще? Ну, это просто психология, наверное, женская. Мы стабильно выходим. Мы, ну, чем отличаются мужчины и женщины? Да? Мужчины взрывной такой характер. Ну, да? Да. А мы стабильно ходим в гонки и занимаем неплохие места. Вот, поэтому... Супер. По результати хороші. Давайте декілька порад, можливо, для жінок, які хотіли б прийти в цей спорт, але, можливо, або перебувають під якимись стереотипами, міфами. Декілька порад для жінок, які хотіли б прийти в цей спорт. Приходіть. Чудова порада. Приходите, потому что, ну, бывает такое, что приходят девочки в экипаж, пришла, первый раз сходила в гонку,
и поняла, что это не ее. Бывает, а кто-то такая приходит и застревает всем сердцем, всей душой в этом парусе. И женщин на самом деле на яхтах ходят много. Практически во всех экипажах есть женщины на борту. Какую часть работы они выполняют, это уже, скажем так, решает и сам экипаж. Питание, да, да. Но женщины ходят на яхтах, и женщинам это нравится. И в детском спорте очень много, в детском парусном спорте очень много девочек есть. Вот. И там они тоже занимают неплохие места иногда. Детский парусный спорт, это тоже очень интересно. И я деток приглашаю, приходите. И в городском их клубе есть парусная секция детская. И на стрелке есть парусная группа детская. Так что можно заниматься и девочкам, и мальчикам парусным спортом. Это очень интересно, драйвово. И это приносит столько эмоций, на основе которых можно жить дальше, выполнять рутинную работу дома и так далі. Супер. Ну, я думаю, ви абсолютно точно заразили так позитивно в наших телеглядачів та телеглядачок цим бажанням. Тому, друзі, долучайтеся до цього спорту. Я дякую вам величезно за те, що поділилися своїм досвідом. Майбутніх перемог вам. Спасибо большое. Ми дуже цього хочемо. Азарт – це наше все. Ми в вас віримо. Дякую вам ще раз.